Сотрудники ОМВД России по Одинцовскому городскому округу и ветераны органов внутренних дел приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, который отмечается 8 ноября. По традиции его провели у монумента в сквере рядом с управлением МВД. Председатель Совета ветеранов ОМВД Александр Тарасов отметил, что имена героев, отдавших свои жизни ради других людей, никогда не будут забыты сослуживцами.